всем, Аньон из Южной Кореи. Сегодня у меня обзорчик на крем для рук от бренда Tony Moly. Называется Gold 24K Snail Hand Cream. Предназначен для разглаживания, питания, увлажнения, в общем, придания мягкости рукам и так далее, и так далее. Так ли хороший этот крем, вы узнаете в конце видео. Ну а пока разберем состав и посмотрим на консистенцию. Оставайтесь со мной. Здесь 60 мл сделано в Корее. Годен до 2020 года, 9 месяца, до сентября. В общем, сейчас покажу консистенцию. Вот она просто легчайшая. Но не стоит смотреть на то, что она легкая. Консистенция увлажняет просто шикарно и дарит такую мягкость и гладкость, что хочется, в общем, прикасаться к рукам как можно чаще. Запах мне каким-то лимоном пахнет, по крайней мере, сразу слюна как-то отделяется у меня, как будто лимон понюхала. В составе у нас гиалуронат натрия, экстракт слизи улитки, ниацинамид, аденозин, бета-глюкан, масло ши, экстракт центеллы, опунции, масло сосны, эвкалипта, лайма и бергамота. В общем, отличный крем. Я прям в диком восторге, даже не ожидала, если честно, потому как Tony Moly не всегда радует хорошими продуктами, но этот не подвел. Пришло время подвести итоги. Данный крем один из моих любимых. Сейчас объясню почему. Ну, во-первых, он придает такую гладкость рукам, что хочется прям их вот так вот трогать и трогать. Они становятся очень мягкими, при этом шелковистыми. Я просто не могу передать словами это ощущение. И это при том, что эффект сохраняется, ну, к примеру, на ночь вы намазали, и на утро у вас будет гладкая кожа. Не то, что, знаете, бывают крема, намажешь, и оно впиталось, и не знаешь вообще, мазал что-то или нет. Тут очень хороший результат я вижу. Что еще сказать? Цена у него, конечно, не самая бюджетная. Я в Корее покупала его без скидки. Он стоит 12, этот крем. Ну, то есть, понимаете, такой... не самый бюджетный, бывает и дешевле. Конечно, есть крема и более бюджетные, такие же по эффекту, но я осталась им очень довольна и могу рекомендовать. Если вам видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал в Инстаграме и на Ютубе. Спасибо за внимание, пока-пока!